Ну, прежде всего, позвольте поблагодарить руководство компании CCTV и CGTN in Russian за инициативу организации этого интервью. Общение с такими авторитетными и уважаемыми средствами массовой информации, имеющими многомиллионную аудиторию как в самом Китае, так и далеко за его пределами. Безусловно, будет способствовать еще большему взаимопониманию между двумя нашими дружественными народами и государствами. А что же касается моего решения принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, то оно продиктовано в первую очередь пониманием огромной важности этого события для всей планеты. Исторически это так сложилось, что Олимпийские игры всегда олицетворяли о собой мир и дружбу между народами, прекращение вражды и войн, единение людей разных национальностей, политических убеждений, их приверженность высоким идеалам олимпийского движения, призванного содействовать взаимопониманию, открытости и симпатии между народами и государствами. Как президент Туркменистана, страны, исповедующие именно эти принципы своей внутренней и внешней политики, я с благодарностью принял предложение уважаемого председателя Китайской Народной Республики. Я уверен, что они пройдут на высочайшем организационном и спортивном уровне, в атмосфере честной борьбы, уважения участников друг к другу и при огромном зрительском интересе. Мы внимательно следили за подготовкой Китая к Олимпиаде, видели, как много было сделано, какие великолепные объекты были построены, какие инновационные высокотехнологические решения были при этом внедрены и использованы. Ваша страна в очередной раз показала, что способна успешно решать самые масштабные задачи. Убежден, что предстоящая Олимпиада принесет много выдающихся результатов, станет ярким событием в истории мирового спорта, настоящим праздником для миллионов людей в самых разных уголках Земли.